А куда он поехал-то? Куда он поехал? Там Валера в обратную сторону поперся. Ну что ж, дамы и господа, эрон-дон-дон, Need for Speed картон подвалил на ваши мониторы, и сегодня мы начнем таки проходить карьеру. Я понял, вы мне подсказали, спасибо, кстати, огромное, что челленджи появятся только лишь после полного прохождения карьеры, и я почитал ваши советы, комменты, очень много было полезной информации, меня уже предупредили то, что это была лишь легенькая разогревочка, причем этой разогревочке, если вы помните, местами мы так горели, что просто охренеть, но все самое интересное нас ждет именно в карьере, и здесь очень дохрена гонок, ее сильно переработали. Давайте посмотреть, господа. На самом деле, я тут уже что-то играл немного. Ну, давай, резюм карьер. У меня вот есть моя Mazda, вот стартовая мне дали... А, 0% карьер... Короче, пройдена карьера 0%, все окей, все замечательно. World Map, что тут у нас? Давай посмотрим. Я так понимаю, что... Ага, вот какие-то катки, которые нам нужно проходить. Ну да, я нихера не прошел. Да? Ну чё, с чего начнем? Race type кольцо, checkpoint. Давайте с кольца, допустим. Jump to event, change. А, кстати, ему надо выбрать чего, кто у нас там. Ну, у нас пока что только лишь один черт в качестве этого помощника, насколько я понимаю. Так, ну все, да, понеслась. И я понял то, что нужны люди, которые это самое будут нас разгонять. Ну, в смысле, в одной команде. Давай, давай, Вася. Ага, нитро нет. А ну да, я ж еду на стоковой тачке, погоди. Так, братан, а как тебя активировать? Я... Классно. Я уже и не помню, если честно. Два круга у нас будет. Есть какая-то чудо-кнопка секретная, которую, наверное, надо было бы назначить. Ой, бля. Я просто еду и тыкаю рандомно что-нибудь, чтобы понять, какая кнопка вообще... Ой. Все очевидно, я зашел и посмотрел, какая кнопка нужна. Так проще всего будет. Так, ну что, давай, погнали. Только чем ты мне будешь помогать, Вася? Подожди, у меня что, тут два этих самых? Один вон с прицелом, и второй вон еще какой-то Васек. Ладно, пофигу, сейчас разберемся. Факт в том, что нам нужно как-то втащить катку. И да, минус два челика. Можно двух помощников активировать, очевидно. Воу-воу-воу-воу-воу-воу, что там происходит? Ты это видел? Там пацаны кого-то... Сончик, повнимательнее, убивали. Понеслась. Так, вот я могу одного активировать. Что он будет делать-то? Давай посмотрим. Короче, что-то он там делает, но не суть. Продолжаем выполнять наше темное дельце. Вырубаем его пока. По-моему, он типа прикрывает меня, да? Только он что-то ползет там, черт не знает где. Вон зелененький. Но мы пока что тащим, в принципе, как бы и не вопрос. Тут можно срезать. Да, мы здесь гоняли на этом самом, именно в этом районе, на долбанном вайпере в предыдущих сериях. Если вы пропустили по какой-то причине о предыдущей каточке в испытаниях, там некоторые такие были веселые и забавные, я вам прям рекомендую. Конечно, мод игру сильно перелопатил, но смотри, сейчас мы едем вообще на изях. Как ни странно, вполне себе. Без проблем. Там можно выбирать сейчас сложность мода. Их всего есть три: легкая, средняя, высокая. Но на высокой мне писали, что типа боты едут неадекватные. Так оно и было. За ними просто угнаться было невозможно. Дескать, самое актуальное — это средняя сложность. Но это было актуально, опять же, для испытаний. Как насчет карьеры, я не знаю. Вот тут я думаю, что вы мне поможете. Кто шарит, напишите плиз. Мне проходить так же, как и испытания на средней. И та средняя просто жопоразрывательная была. Либо все-таки надо менять на высокую. Потому что пока что я что-то от ребят так хорошенько отъехал. Они совсем там плетутся что-то. Че, все? Ну, прекрасно. Так, я там и втащили. Че дальше? Как там карту юзать? Так, карта. Так, вот, да, одна каточка пройдена. Следующая — чекпоинт. Давай сразу jump to event. Так, чтобы ускорить весь этот процесс. У нас пока что стоковая Mazda, но мы выберем какой-нибудь автомобиль. Здесь добавили тачек в моде, кстати. Perfect Lunch. А я что, сам еду? Похоже на то. Нихера себе она крутится. 10 тысяч на тахометре. Я только сейчас обратил внимание. Это катка на время. Ну давай. 10 тысяч на тахометре, ребята. На Mazda RX-8.
На минуточку. Ой-ой, надо низить. Медленная коробка у нее пока что. Ну да, это у нас типа днище автомобиля. Я понял, что уже класс дрифт здесь вообще не рулит. Вот это шон, я так понимаю, да? Надо будет тогда менять эту машинку на что-нибудь. Да, она не едет. Так, погоди, мы уже успеваем? Да, 3 секунды. Плюс у нас. Давай дальше. На самом деле, хочется гонок каких-то веселых. Вот эти вот... Мост вот эти испытания были в таких вот катках. Чекпоинты, они, ну, такое. Не самое интересное. Но эта игра, конечно, контентом разнообразным может удивить. Так, слушай. И вот этот вот момент я тоже помню. Да, давай еще низимся. Это на Вайпере опять же страдали. Ну да, там в том же районе. Че по времени? Тут с запасом мы даже везем. Немного времени даже получили бонусом. Скамейки не сносим. Стараемся, по крайней мере. Блин, ну на такой-то тачке это вам не на Вайпере страдать. Едешь, чилишь, получаешь удовольствие. Вообще без проблем. Она огонь управляется просто. И мне интересно, это первые такие звезды легкие? И дальше все начнется? Потому что мод вообще, он очень хардкорный. И я это заметил по испытаниям, потому что там ни разу не просто было и не скучно. Так, еще сек... Все? Ладно. Что там? Ford Shelby GT500 2005 года нам открыли. Так, есть, отлично, эту территорию мы заняли. Наш лимачок. Причем территорию, кстати, могут отжать обратно, насколько я понял. Так, ну что? Где там у нас? Что-то дальше. Так, что у нас там? Завтра. Завтра отработает депозит, принесет мне прибыль. 22 практически тысячи рублей. Можно будет сделать очередной реинвест на все бабки, чтобы можно было подзаработать как раз перед Новым годом. Вот таким вот незамысловатым образом. Я, кстати, получаю стабильный доход уже на протяжении более чем полгода вместе с компанией Avalon Technologies. Если вы впервые слышите об Avalon Technologies, то это проект, который создан как антикризисный в первую очередь, который позволяет стабильно зарабатывать абсолютно каждому человеку. Проект специализируется на инвестициях, то есть вы вкладываете свои деньги, далее эти деньги берут в оборот специалисты из компании, вкладывают их в соответствующие более популярные перспективные проекты, спортивные, криптовалюта, игровые, в общем-то вы можете посмотреть по ссылке в описании, и таким образом зарабатываете как вы, так и компания. Перейдя по ссылке в описании, можете ознакомиться с документами компании, можете почитать отзывы об Avalon Technologies, либо подсчитать свою прибыль с помощью очень удобного калькулятора доходности. Минимальная инвестиция в Avalon Technologies составляет от 100 рублей сроком от 24 часов. Я же думаю сделать инвестицию буквально завтра на 22 тысячи рублей. Наверное, сделаю на 14 дней. За 2 недели у меня прибыль будет составлять 4587 рублей. Изначально я вложил в Avalon Technologies 20 тысяч рублей. Они уже давным-давно окупились и принесли мне многократную прибыль. В общем-то, кому интересен стабильный пассивный доход в интернете, переходите по ссылке в описании. Там есть вся нужная информация. Так, ну... Тут я как будто бы ездил, да? Понеслась сюда, наверное, тогда дальше. Jump to event. Насколько я понял, здесь и карта побольше, ребят. Короче, контента вроде бы как по сравнению с оригиналом ощутимо больше. Поэтому посмотрим. А, это дрист. Ну, сейчас бы в дрист ехать без нитро. Ну, ладно. Попробуем. А, медленная, блин. На третий дрифтит. Да, на третий дрифтит. Кое-как. Так, о-о-о-о, полегче, пацаны. 22 тысячи. То есть они все-таки хорошо здесь дрифтят. Это не тот дрифт, не те дрифты испытания, которые были. Мне надо эти самые иксы набирать. А я не могу, мне скорости не... А, х2 вон кое-как получил. Так. Спокойно, 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 спокойно. Я что-то совсем не в траекторию. Х5 есть. Подожди, у них там тоже Х100-500. Я на третьем месте. Х2. Давай, давай, давай. Вези, вези, маздочка. Вези, вези.
56 тысяч у челика было. Ну да, там отрыв такой нормальный. Нет. Это была ошибка. Надо стараться делать бесконечный дрифт, чтобы иксы, эти вот множители, не падали. Ну вот вам, пожалуйста. Да, в дрифте уже чувствуется, что здесь надо немножко больше стараться. А не ехать, лишь бы ехать, как это только что было. Я, кстати, не люблю эти дрифт-испытания старых Need for Speed'ов. Это такое проходняк. Вот гонки, гонки! Вот гонки, от нас хлебом не корми, что называется. Дай поебшить. 47к. Но я все равно, мне кажется, второй круг не выигрываю от слова совсем. Да тут можно туда-сюда вот так вот петлять до бесконечности. Хороший угол, Вася. Чуть не спалил. Траектория у меня что-то начала ломаться. Это ГГ. Это ГГ, потому что те еще не отметились. Причем долго что-то они не отмечаются. Если я представляю, какая сейчас там будет цифра. Так, дальше протягиваем. Перекладочка ранняя слишком. Тайлер, ты там не вздумай втащить. Очень затяжной поворот, мне скорости не хватает на моей брычке. Хотя я думаю, что такие проблемы так или иначе у всех. X10. 200 тысяч. Кажется, затащили. Но я уже так немножко переживал. Ну это такое, опять же, разминочка прям совсем. Так, тут что-то какие-то подвижки. Вот чей-то район, опять же. Группировки, еще там что-то. Ну, естественно, основная фишка у нас всех победить. Но, насколько я понял, судя из описания мода, другие группировки могут наши старые точки приезжать и отжимать. И нам надо будет их защищать. Поэтому этот мод может очень затянуться. Ну, посмотрим. Так, ну вот еще серая какая-то звезда. Давай, jump to event. Что тут? Опять дрист? Снова дрист. Только это уже в открытом мире дрист. Perfect launch не удался. Ну ладно. Давай на третью. Столбов понатыкали. Интересно, за столбы. Если сбивать государственное имущество, не будут сбивать множители. Трудно это дрифтом назвать. Но в обзорах, кстати, когда мод качал, где-то я краем глаза видел, что тут есть такие гонки. Появилось неожиданно, там, кажется, текстур не было. Просто нон-стопом туда-сюда виляем. И все хорошо. Дрифт, пацаны. Третья передача, газ полас и понеслась. Ну, я надеюсь, что скоро... Сука, это было рискованно. Ты понизился, как пошло сразу. Главное не спалить это безобразие, потому что это будет максимально обидно. 10x комбо у меня. Достаточно одного раза ошибиться так неудачненько. Особенно где так потеснее. Так, ну мы теперь знаем, что за знаки хотя бы не сбивают комбо. Слушайте, может тикнуть их в копилку, я вот думаю. Или едем себе-то едем. Он на второй как будто еще веселее пошел. Во, 111 тысяч. А здесь два круга будет, да? Ну можно практически полный круг делать. Нон-стоповый. Пока что мы, ай, лидировали, ну лидируем, я думаю, все еще, но надо разогнаться. Да ёптить, блин, Сончик, ты чё, охренел лажать на втором круге? Первый круг так замечательно пошел, второй вон. Через известное место. Давай X10 опять. И будем держать. И поаккуратнее, где тесто. Во-во-во, да, текстуры. Видишь, они...
Они прогружаются здесь. Так, эти приближаются. Вот теперь уже могут наступать мне на пяточки. Он на второй лучше дрифтит. И как будто едет быстрее. Естественно, мне кажется, наверное. Явно кажется. А куда музыка делась, кстати? Ну, на монтаже все будет. Просто я еду, и тишина. Странно. Что это за шмара там? Реклама какой-то, ББР. Так, их здесь... Не-не-не, не сливаем. Продолжаем продолжать. Третью не везет нифига. Поэтому, наверное, на второй вот так. Тудой-сюдой, тудой-сюдой, блин. Проходничковый дрифт. Это дрифт, это не дрифт, пацаны. Вы не подумайте. Ну, местами похож, конечно. Что там, вам есть что сказать? Не, отрыв хороший там у меня. Бой! Скучненький райончик. Это мы пока что там свои такие маленькие райончики забираем. Так, разблокировано нитро, шины. А вот это уже интереснее будет. Так, ну давай. Я так чувствую, что здесь опять будет дрифт, только в каньоне. Two-stage race. А, это каньон просто. Ребята, вот, то, чего мы... То, что мы любим, да, в карбоне. Каньоны, конечно, это топ. Классная задумка. Реально крутая. И мне кажется, то, что в свое время... Именно каньоны сделали, конечно, карбон именно максимально атмосферным и крутым. Так. Мы на Мазде против масла. А надо было хоть нитро поставить для приличия. Серьезно, я за ним угнаться-то не могу. Я за ним угнаться... А, мне надо максимально близко. Да-да-да, я вспомнил. Слушай, ну это все хорошо, но... Что-то мне кажется, что... А, во, он ошибся. Давай, до свидания, он ошибся. Парень, извини, но ты в пролете, кажется. Есть, я его объехал. Ну, сейчас посмотрим. 70 тысяч поинтов. Базар. Че, все? А. И я так понимаю, это только сейчас развивается, да? Все это безобразие по карте, смотри, или что? Не, походу, просто меняется. Ладно, теперь часть вторая или что? Васька открыли еще одного. Так, мы открыли нового этого самого члена команды. Что это делает? А, это блокер. Вот это драфтер. Вот о чем вы говорили. У него Mazda RX-8, он стоит полтос. Он, сука, платный? Ну, ублюдочек, давай. Или что это? Hearing cost 50. Мы тебя выбрали или как? Подожди, как его выбрать-то? Или у меня столько денег нет? Ладно, похеру. Так, ну шо, хлопцы. Это мы были на хате, у нас все еще стоковая тачка, но у нас там еще один каньон. Так, ну давай, пока что наша Мазда вообще тащит. Ага, тут у нас именно прям гонка-гонка в каньоне. Давай, ой-ой, там девочка была. Была да сплыла. А, да, во-во, это... Ебучий этот драфтер. Сейчас он пока подзарядится там. Надо будет что-то все-таки сделать, слушай. А что это за... за это скорость в каньоне. Ну, радар, в смысле, в каньоне. Это круто. Я пока что был первым. Это реально круто. Так, этот повеселее проехал чуть-чуть. Жора. Да, я второй. Ты видишь, это Невиль. Так, братан. Ускоряет. Нас Невиль делает. Вперед, вперед, Жора. Ну и чё?
Так, 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 так. Я все еще второй, офигеть. Сейчас хотя бы никто не помешает мне разогнаться. Да, я реально второй. Причем там нормальная разница такая. По-моему, я слил эту катку. О! Я втащил сколько? На 1 километр, ребята! На 1 мать его километр. Надо нитро ставить. Че открыли? Турбо. О! Это базар. Так, и все. Ну, это мы типа прошли. Да? Прекрасно. Великолепно. Валера, ты куда поехал? Так, хорошо. Вот где мы. А вот где районы. И что, катки не открыты? А, подожди, вот еще звезда. Ну, погнали. Что-то я проморгал ее. Ну, короче, это пролог, я так понимаю. Perfect launch, но что-то не почувствовал. Ух. Пытался увернуться. Что-то ребята интересно едут. Мне нравится. Так, и здесь мне... Я уже шарю, как надо ехать. Давай, до свидания. О, нифига себе, они быстрые, кстати. Ну, побыстрее. Я думал, что их объеду, опережу очень серьезно. А нет. А что за бричка такая? Форд? Спасибо, такси! Трафика нормально так. Не повезло, не повезло. Очень забавно видеть, когда виртуальным соперником так не прет с трафиком. Каев. Слушайте, ну мы пока что чилим. Вы обратили внимание? Я, конечно, предвкушаю, что это лишь пока что. Прям такой нормальный чиллаут. Что там, пацаны? Кстати, копы сейчас нарисуются. Ай, не попал. Ух, хорошая ошибка. 5 кругов? Это типа финал или что? 5 кругов, очень долго. Я. Охереть трафика. Все, в следующей серии я точно поеду на тюнинг. По-любому. Поставлю хотя бы нитро. Да, кстати, у нас же есть такая дичь. Ух, как она замедляет, ну ее нахер. Замедляет просто катастрофа. Вы пишете замедление, замедление. Да оно, блин, не всегда нужно. Оно очень часто замедляет сильно. Все, врезался и, видишь, хорошо теряешь так на этом. А еще мне нравится, что здесь не восстанавливается все дерьмо, что сносишь со второго круга. Хотя это не точно. Скоро проверим. 5 кругов. Охереть. Всегда этот трафик ссаный, блин, попадается в самый неподходящий момент. Но это закон подлости. Так, хлопцы меня догоняют, между прочим. Вон он уже в зеркале вижу. 2 машины сзади. Третий где-то там. А, на выбывание? Это на выбывание, что ли? 0 поинтов вон. Каких-то. Где там этот челик-то делся? Чуть. Еще один. Сейчас посмотрим. Нет, тогда 5 кругов не сходится. Да ёптить, блин. Вы стабильно тут появляетесь, я смотрю. Кто-то там впаялся неплохо. Слушайте, они реально едут по-другому как-то. Какие-то проблемы у ребят, потому что, я смотрю, они слились. Да, вон еще один выбывает. Так, погоди, а зачем тогда 5 кругов? Мы сейчас решим все гораздо раньше или как-то работает. Или мне надо будет просто проехать. Это гонка на выбывание реально. Не ясно. Слушай, я расчистил бы себе путь и не страдал бы тут вилять. А ну-ка. Да, смотри. Одна скамейка осталась, которую я оставил. Сволочь. И все на этом.
Блин, ну если 5 кругов, то это странно. Соперников немножко не хватало. Может, это косячок такой? Надоели. Они реально в одних и тех же местах появляются. Как скрип. Причем в очень таких неприятных местах. Так, ну все, сейчас будет финиш скоро. А вопрос только, мы едем дальше? Два круга, если едем, то зачем? По логике вещей как бы не надо. Здрасте. Здрасте. Отлично. Мне очень нравится в NFS на механике, когда едешь, поворот на пониженной передаче залетать. Все, это победа, не надо 5 кругов проезжать. Как и ожидалось. Гонка на выбывание. Сколько я там кэша-то нарубил? Так. Еще какие-то черти. Я не помню, чтобы в оригинальной игре так часто что-то менялось. А тут, видите, что-то происходит. Что-то какой-то экшоний. Так, все, здесь все галки. Блин, не все, они появляются и появляются. Рекорд 300 км. Слушай, ну давай уже вот это проедем. Они будут появляться дальше, мне вот интересно. Или все-таки нет? Много-много хаточек. А куда он поехал-то? Куда он поехал? Там Валера в обратную сторону попер. Это так задумано, интересно? Пацаны. Куда он поехал? Реально, это мой помощник. Я понял теперь, что за крест. Крест это кого ебушить надо. Сука, они меня замедлили. Нормально. Мне нельзя терять скорость. Нужно максимально в траекторию как-то. Я вон какой? Шестой не хочешь, Сончик? Шестой нахрен. Охренеть. Слушайте, ребят, ну проблемы. Главное не врезаться в них. Это замедляет. Наверное, вот это сокращение здесь не очень. Оно имеет смысл, потому что приехать все равно на первым. Там же снимают очки. Пиздец. 593, это он отметился или чё? Короче, помощника моего нет, но он поехал навстречу и скоро нас будет встречать. Я не знаю, это баг или фича такая, но это очень забавно. Задницу, я четвертый кое-как еду. И это уже финиш. Пятый, извините. Это жесть, ребята. Спид-финальки еще и получаем. Но мы соснули, я поздравляю. И я чувствую, что без нитро здесь проблемы будут. Сколько? View, standing. Ну, разница весомая на самом деле. 40 километров практически. Давай рестарт. 40 километров, ребят. Мне нужен perfect launch. Бричку это надо будет менять. Но вот это не в тему. Хотя бы наш Валера поехал в нужное русло, кажись. Я не успеваю за вами, хлопцы, я пятый. Не сносим это говно. Что ты свистишь, блин, давай что-то делай. Вон лидера давай догоняй. Четвертый. Сука, блин, мне все равно приходится сбавлять ногу. С газа убирать, съебался. Пиздец. Жопа, ребята. Ну нахера. Я второй, 3 километра отрыв. Ага, второй. Никакой я не второй. Нет, на этой машине... Сколько? 791? Go.
100П. Блин, даже не знаю, ребят. Наверное, мы эту серию, как пролог, закончим. Вот сейчас начинается сложность уже веселая, вот с этой гонки, да, почувствовали уже покруче. А в следующей серии мы либо купим новую тачку, если будет такая возможность, что всего скорее, либо будем дорабатывать эту, потому что мы не конкурентоспособны. Ну а так, по факту, добро пожаловать, Battle Royale, как говорится, начинается. Вот, так что пусть победит сильнейший, пусть будет крутой контент. А не забудьте подписаться и жмякнуть колокольчик, чтобы не пропускать будущие серии. Ну и жмякнуть лайк, если было интересно. На этом на сегодня у меня все. С вами был Sony. Хорошего настроения, ребят, увидимся. Всем пока!